Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко, и в сегодняшнем видео мы наконец ответим на очень важный вопрос, что же круче, гитара из массива или гитара из шпона. Я очень часто слышу вопросы, а действительно ли гитара из массива звучит лучше, так ли заметна эта разница, стоит ли мне покупать гитару из массива, если я только начал играть на гитаре, и многие другие. Ответить на все эти вопросы однозначно довольно сложно, я считаю, что лучше один раз услышать, поэтому сегодня мы поиграем на гитаре из шпона и гитаре из массива, и наконец поймем, что же звучит лучше. Готовы? Поехали! Итак, для сегодняшнего эксперимента мы выбрали два очень схожих и крайне популярных инструмента от американской компании Fender. Первый из них — модель CD60S с верхней декой из массива ели. И второй — это модель CD60 Dread V3 с верхней декой из шпона. Обе гитары относятся к серии Classic Design. Обечайка, нижняя дека и гриф сделаны из махагони. Накладка на гриф выполнена из ореха. На обеих гитарах установлены литые колки и заводские струны Fender Duratone. Кроме материала верхней деки, у гитар незначительно различается профиль грифа, у CD60S он немножко потолще, и радиус накладки. Также у CD60S предусмотрена защитная окантовка, а CD60 может похвастаться порожками из материала Newbon, который по своим свойствам схож с натуральной костью. Кстати, на CD60S порожки сделаны из пластика. Итак, как видим, гитары выглядят достаточно похожи и практически идентичны. Давайте теперь наконец послушаем, как же они звучат. Thank you.
Ну что ж, друзья, не знаю, как вам, но лично мне кажется, что разница очевидна. Гитара из массива звучит более насыщенно, более живо по частотам, более интересные тембры. Гитара из шпона отдает такими низкими частотами, я бы сказал, даже гудит. А вот звучание массива приближено к мастеровой гитаре. Здесь интересные тембры, и поэтому звучание действительно очень сильно отличается в лучшую сторону. Но это исключительно мое субъективное мнение. Вы можете считать абсолютно по-другому. Обязательно напишите свое мнение, слышна ли разница массива и шпона через экран монитора или телефона. И обязательно напишите в комментариях свое мнение, как вы считаете, стоит ли переплачивать за массив или можно спокойно играть на шпоне и не париться. Друзья, на этом все. С вами был Иван Захаренко. Увидимся с вами уже в следующем видео. Оставайтесь на канале Music Market. Всем хорошего дня. Пока!